2012 год. Гала-концерт, посвященный лезгинскому героическому эпосу «Шарвели». Мы начинаем наше представление.
Яб седустар, зулумахта авок отпад, хужум заваду шман римад, ватам михи жезва барбад, и едайгиши эл азад. Шарвилия, шарвили, уразвачи бахчани бах, аквазмах час геренидах, яхири чал чугазватах, ктырдайгиши саварах. Шарвилия, шарвили, чимал девлет жезва тараш, и извачи хамар алаш, четин якуз, чиярдус дусма, чигюхил идайги шаг, хам язва шарвили, шарвили. Шарвилия, арханичаз, чистха гюхил, Мухманичаз, Мухман хурайам чахкалаз, ша, эверин чна адаз. Шарвили, шарвили, шарвили! Эллери Вилвалла, Шамайдандал, Шарвиди! Зичи, зихал, сачавузни, паипаяр жемирки, яи физни, яи кузни, чарахунал, гамирки, кюре, Куба, Ахсе, Рутул, Сахур, Агул, Хинелу, Табасара, Удин Сакул, Сасфрая, Хаса, Муб, Кюнлек Эрия Самуб Чехи, Иизвайо, Эгер Кю, Кахайта Сарек Эвири, Жеда Ажос Ник Эрхис, Уфьядакес, Гатадакю, Игир Тигир Квахтакю, Акида писк арадакю, рикера кич хартакю, кюнсан алхух, сада-садас, хюрметая хатурхух, хигир шиир арадавас, лезгичилин абурхух, лезгичил кюн патал фу я, хамалук дай парталья, лезгичил имя кюк идгад, кюк анажах, кефхалья, Масабурус агавилер, иимир, кез агавал, игистамир, хухар сефер, инсанвилин, бахавал. Зичил, зихал, кюмускеве, хатайтани атана, аквазнази сурунхеве, харая пудра лахана. Шарвили, 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 женчуга зуна кахта. Кюмек такез, зихал, за! Аркалла зихва, шагилешу, амами кюст харвалдик инчугасвида. Ша.
Ассаламу алейкум, уважаемые гости нашего праздника! Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 13-й раз на древней благодатной Ахтынской земле мы отмечаем праздник, посвященный лезгинскому героическому эпосу «Шарвели». Как известно, обладать Дагестаном хотели много завоевателей. Нашему народу часто приходилось отражать их атаки и давать им достойный отпор. Народу, участвовавшему в неоднократных битвах для защиты Отечества, свойственно создание образа героя, которого он считает своим идеалом, со строго положительными качествами, наделяя его романтическими чертами, о которых он сам мечтает. Вот таким героем в лезгинском устно-поэтическом творчестве является образ Шарвели. Уже 13-й год хлебосольная Ахтынская земля встречает нас на празднике Шарвели. Под руководством уважаемого Сафидина Наврузалиевича Мурсалова.
Приглашаем на сцену для открытия сегодняшнего праздничного торжества Сафедина Наврузалиевича Мурсалова. Ваши аплодисменты! Дорогие друзья, уважаемые гости, сегодня мы проводим очередной праздник народного героического эпоса «Шарвели». Общепризнано, что праздник «Шарвели» стал крупным событием культурной жизни нашей республики. Сегодня мы опять встретились, поговорить о делах, поделиться опытом, наметить новые ориентиры и задачи. Разрешите мне от имени жителей района, от себя лично, горячо, сердечно поздравить вас с сегодняшним праздником. Пожелать вам крепкого здоровья, успехов и приятного пребывания на Ахтынской земле. Дорогие друзья, как вы знаете, ежегодно при проведении праздника большую работу проводят республиканские и районные оргкомитеты. С каждым годом меняется содержание, качество проведения праздника, увеличивается число участников и гостей. Сегодня у нас обширная программа. В программе сегодняшнего праздника организация майданов, выступление коллективов художественной самодеятельности районов на майданах, костюмированное шествие на гору Келесхэ, организация проведения спортивных соревнований, организация выставок, посещение музеев, гала-концерт в парке Эмирова и вечером состоится праздничный фейерверк. Я хочу отметить, приятно отметить, что сегодня впервые в программе праздника принимают участие коллективы художественной самодеятельности Агульского, Хивского, Табасранского района, городов Дербент, Дагестанской Огни. Давайте их поприветствуем и поблагодарим. Я хочу от вашего имени поблагодарить руководство республики, президента Народного собрания правительства, которые проводят большую работу по возрождению духовно-культурного наследия народов Дагестана. Разрешите мне торжества, посвященные празднику народного героического эпоса «Шарвели», объявить открытыми. Очень большие заслуги имеет в деле пропаганды и распространения эпоса «Шарвели» видный государственный и общественный деятель, глава муниципального образования город Дербент, имам Узамудинович Яралиев. По его инициативе, начиная с 2000 года в селении Ахты, проводится праздник эпоса «Шарвели». И эти праздничные мероприятия прославили лезгинский эпос не только в пределах Дагестана, а также по всей территории Российской Федерации. Благодаря его стараниям праздник эпоса «Шарвели» стал праздником всего Дагестана, праздником дружбы и братства народов Дагестана, праздником духовного объединения всех народов Российской Федерации. Давайте бурными аплодисментами встретим имама Музудиновича Яралиева! Спасибо. Уважаемые друзья, уважаемые гости нашего праздника, разрешите мне от имени Республиканского оргкомитета по празднованию Лезгинского народного
героического эпоса «Шарвели», вас от души поприветствовать, пожелать вам счастья, благополучия, удачи, мира, всего-всего самого наилучшего. Дорогие друзья, люди, которые не помнят свою историю, они изучают чужую. Люди, которые не любят свою родную землю, они работают на чужую землю. Мы, дагестанцы, должны всегда любить свою землю, помнить свою историю, любить своих героев, помнить о них, чтить их память и всегда быть верными идеалам наших отцов и наших предков. И вот символическое значение этого праздника заключается в том, что мы хотим быть знатоками нашей истории. Мы хотим помнить нашу историю и наших предков. Мы хотим знать их героические дела. Мы хотим быть наследниками их славных дел. Мы хотим сами усвоить уроки прошлого. И мы хотим передать все это нашим детям и нашим внукам, чтобы никогда не прекращалось счастье и благополучие нашей земли, удачи и созидание нашего народа. С праздником вас, дорогие друзья! Hürmetli dostlar, Şarveli'de su varız. Çazsa hamişa digiş dijer layıklı çi hiyalavu. İnsan hamişa cengine kanı gazet. Şarveli viçi veri ümürde hamişa cengine kayı kası. Eğer ama cengine cengel isfiyetiz kanada galib ile acıda çir. Cengin isfiyetiz var insan diz galib balavatır. Şu sadrani cengin isfiyiz gerek vakta tala Олох чугуна кандач. Чу амиша вик эхтис велик фена канда. Чу не эке женгинис фена канда. Но она женгни чугуна гали вал казалмиш на канда. Гали вал казалмиш на чина чи балаяр, чи веледар, чи несилар, чи кенлак лух казва балаяр патал. Акело амиша шарвели дин рю, хада игит вилер, хада камат чирик эра. Исяхти навадя, пакан жададя, Kınlaklık sadın kütüyaşı da dur. Kız, veridaz, çin, kısın, çekil suar mübarakra. Şaçu hamişa, çi bubari, layıklı, ruhayani ruşarcın. Şaças hamişa, çi çini kadir jen. Şaças hamişa, çi naçiz tarih cirin. Şaç sadran, çi naçiz rikalara kurtumuna, juvan hayi çal cirin. Şu hamişa, Чехи рюх долди, чехи камар олди, чехи камах долди, чехи кудрах долди, велик фин. Шачу амиша шар велигалаз велик фин, дустат. Сувар каз мубаракра. We'll be right back.
Песню «Булахда» на роднике исполнили прекрасные солисты лезгинской эстрады Лариса Меджидова и Руслан Первердиев. На сцену приглашается популярная певица лезгинской эстрады Гюльмира Алиева. Сейчас она исполнит лезгинскую народную песню «Загадур Зага». Аплодисменты!
нашу праздничную программу продолжит очаровательная певица азербайджанской эстрады Хуршида. И сегодня она исполнит для вас песню «Сене Гюре». Встречаем! Друзья, продолжаем нашу праздничную программу. И на сцену хотим пригласить начальника управления президента Республики Дагестан по территориальному развитию и местному самоуправлению Исрапилова Артура Анваровича. С праздником вас! Спасибо. Дорогие ахтынцы, дорогие гости, друзья, сегодня на этой древней, красивой, благословенной земле проходит очередной раз большой всенародный праздник. Праздник героического народного эпоса «Шарвели». Этот праздник за годы своего проведения приобрел большую популярность, завоевал любовь не только изгинского народа, но и всего Дагестана, приобрел статус республиканского. И не только по своим грандиозным масштабам он стал общереспубликанским, но прежде всего по своему содержанию,
потому что идеи, которые лежат в основе этого праздника, это идеалы добра, справедливости, свободы, любви к своей земле. Эти идеалы, они одинаково дороги и близки всем народам Дагестана, всем дагестанцам. Поэтому мы с полным основанием можем назвать этот праздник общедагестанским. Он таким и является. Я хочу, дорогие друзья, выполнить почетное поручение президента нашей республики Магомедова Магомедсалама Магомедалиевича, передать его сердечные поздравления всем участникам этого грандиозного праздника, пожелать от его имени добра, благополучия каждому дому, каждому жителю Ахтынского, всего Южного Дагестана, всей нашей любимой родины Дагестана. Те ценности, которые воспеваются на этом празднике, они всегда составляли духовный стержень нашего Дагестана. Они всегда помогали выстоять в трудные минуты, в трудные этапы своей истории нам, нашим предкам прежде всего. И я хочу пожелать, чтобы эти ценности, эти идеалы добра, справедливости, свободы, любви к нашей родине, они были бы, жили бы вечно на нашей земле, чтобы они передавались из поколения в поколение, чтобы они являлись бы залогом наших успехов, которые обязательно будут в нашем созидательном предстоящем труде. С праздником вас, дорогие друзья! Добра, счастья и справедливости вам! Большое спасибо! На сцену приглашается народный артист Республики Дагестан Тарлан Мамедов. Он исполнит нам песню «Гюзель Тамум», «Прекрасная Тамум», слова Етима Эмина, музыка народная. Давайте теплыми овациями встретим. Zavar, bilim lakvar, kanat eller, zehir dirik, tıra zavar.
Сейчас приглашается на сцену детский танцевальный хореографический ансамбль «Каха» с танцем «Попури» на лесминские танцы из поселка Бериджи. Художественным руководителем ансамбля является заслуженный работник культуры Республики Дагестан Сефирбек Сефирбеков. Давайте громкими аплодисментами встретим наших маленьких танцоров.
Дети очень готовились. Давайте еще раз поаплодируем всей душой. Молодцы. Дорогие друзья, благодатная Ахтынская земля рада приветствовать на нашем празднике гостей из города Махачкала. Я приглашаю на эту сцену Магомедова Баганда Холодаевича. С праздником. Ассаламу алейкум, дагестанский джамаат, дорогие братья и сестры. Я хочу поприветствовать от имени столицы Дагестана, от всех махачкалинцев, жителей города Ахцах. Дорогие друзья, я очень рад сегодня присутствовать на этом великом празднике. Я считаю, великий он, потому что вот столько народа сегодня собралось здесь. И я знаю, сколько еще людей хотело бы побывать на этом празднике, но по каким-то обстоятельствам не могли на нем побывать. Здесь предыдущие мои друзья сказали о том, что действительно сегодня очень важны эти праздники, эти встречи наши, потому что жизнь заставила нас как-то разъединиться. Каждый в своем доме пытается уединиться, как-то выжить в этой жизни. Но нам друг без друга, без локтя, без плеча никогда не выжить в Дагестане. Поэтому я от всей души приветствую всех, кто сумел этот праздник заложить его. И уже 13-й раз мы его отмечаем. Низкий поклон всем, кто придумал этот праздник. Если бы его не было, надо было его придумать. И я думаю, такие же праздники, как мы отмечаем, когда в Тулинском районе порту Патима, Муртаза Алихан, Сурхай Хан и всех наших героев, которые защитили Дагестан от тех, кто пытался ее поработить, это и есть память о наших предках. Я от всей души поздравляю всех вас и хочу, конечно же, передать вам приветствие и самые добрые пожелания от главы города Махачкалы Амирова Саид Джапаровича. Разрешите зачитать его приветственный адрес. Оргкомитету, участникам и гостям праздника лезгинского народного героического эпоса «Шарвели». Дорогие друзья, сердечно поздравляю организаторов, участников и гостей сегодняшнего торжества с проведением праздника лезгинского народного героического эпоса «Шарвели». Вот уже который год в селении Ахты празднуется знаменательное культурное событие не только лезгинского народа, но и всех народов многонационального Дагестана. Образ «Шарвели» воспет народом как символ храбрости и бесстрашия. Сказания об этом богатыре, народном защитнике, передавались из уст в уста в дагестанских аулах, горных поселениях на протяжении ряда веков. «Шарвели» неустанной борьбой за свободу и равенство покровительствовал и оберегал своих соплеменников. Можно с уверенностью говорить о том, что «Шарвели» занимает достойное место в мировой эпической литературе. Проведение такого праздника является ярким свидетельством уважения к нашему культурному наследию и способствует воспитанию молодежи в духе патриотизма, любви к своей родине и народу. Пусть героический эпос «Шарвели» служит примером мужества и отваги для современников и явится консолидирующей силой для процветания нашего Дагестана. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, творческих удач и достижений. Глава города Махачкалы, председатель Совета муниципальных образований Республики Дагестан Саид Амиров. Дерхав, дорогие друзья! Огромное спасибо за добрые, теплые слова. Как нам известно, дорогие друзья, городу Дербенту более 5000 лет. Несмотря на это, некоторые недальновидные люди с корыстными целями стараются отрицать это. Но факт остается фактом. Имам Узун Мудинович назвал город Дербент святым и вечным городом. Дербент действительно святой город, о котором говорится даже в священной книге Коран. Мы все уверены в том, что этот город под руководством выдающегося политика, замечательного государственного деятеля и прекрасного человека
и мама Музамудиновича Ералиева превратится в один из лучших уголков России, в город высокой культуры и искренней дружбы. А сейчас мы хотели бы пригласить на эту сцену талантливого певца Мурада Абдуллаева, который исполнит песню «Город мой, Дербент». Ваши аплодисменты! Спасибо большое. Я приветствую вас всех, дорогие друзья, на этом великом празднике. Я хотел бы передать всем привет, особенно нашему мэру городу. Аплодируйте, пожалуйста, ему. И с воздушным приветом от коренных жителей города Дербента для вас, дорогие ахтынцы. Ваши аплодисменты! Браво! А здесь нужно хлопать. Все подняли руки, друзья. А еще выше, друзья. Вот там вот никто не хлопает. Выше, выше. Поздравляю, друзья!
Я попал сюда на 13-й юбилей. Я думаю, что это моя любимая цифра. И в дальнейшем будем приезжать. Мне очень понравилось у вас. Ваши аплодисменты, спасибо большое. Браво, Ахты! Спасибо. Спасибо. Нашу праздничную программу продолжит популярная звезда дагестанской эстрады Зульфия с песней «Берхаб». Встречайте! Процветание и всех земных благ вашему народу. Позвольте мне от дружелюбного дагестанского народа поздравить вас с праздником Шарбели. Всех благ, радости и счастья.
Ваши аплодисменты! Невозможно не заметить, друзья, то, что наш праздник на самом деле проходит ярко, весело и энергично. Сейчас приготовьтесь аплодировать долго и бурно, потому что сейчас для вас выступит ваша землячка Ксения Джусоева с композицией на лезгинском языке. Фатима, встречаем! Дорогие друзья, от всей души я вас поздравляю с этим замечательным праздником. Дарю вам эту песню.
с праздником вас! Спасибо! Сейчас я хочу с огромным удовольствием пригласить на эту сцену танцевальный ансамбль «Кавказ». Встречайте бурными аплодисментами! Аплодисменты, все это танцевальный коллектив «Кавказ». Дай Аллах, чтобы наша жизнь проходила так же, от песни к танцам, от танцам к тостам. Я еще раз поздравляю вас с этим замечательным днем, дорогие друзья, и хочу пригласить на эту сцену Руслана Перевердиева, который исполнит нам лезгинскую народную песню «Наз Гумир». Встречаем! Кончеда зирике, минет я вас морал ты мина зая. Бунда чизун пошла я сефилья, мухбати вуна чара зая. Апас бизер ханум ханум назая, чара дзва шекер ханум зая. Апас бизер ханум ханум назая, чара дзва шекер ханум зая. Зваза сузаян, параже смотр давай сижа заян. Бижон видер техин гюзель и панса, гени назидилер мадни казая. Рахвас гюзель ханум ханум назая, чарадыз ва шекер ханум зазая. Рахвас гюзель ханум ханум назая, чарадыз ва шекер ханум зазая. We'll be right back.
bari dünyada olsa da bak Von ihtinsa eğer maralma da bak Savay yar haska katmir bun güzel yar Bunda çizgi dünya dalda da bak Çapaz güzel hanım hanım nazaya Çaradız va şeker hanım zazaya Hapaz güzel hanım hanım nazaya Çaradız va şeker hanım zazaya Akvaz güzel hanım hanım naz aya Şaradız va şeker hanım zazaya Akvaz güzel hanım hanım naz aya Şaradız va şeker hanım zazaya Akvaz güzel hanım hanım naz aya Çaradız va şeker hanım zazaya Akvaz güzel hanım hanım naz aya Çaradız va şeker hanım zazaya Çok sağ ol. Кискарин Суварар Видас Мубаракра Чурсу. Аплодисменты, Руслан Перевердиев. Продолжаем наш праздничный концерт. Дорогие друзья, как свидетельствует эпос, богатырь Шарвили был другом и защитником всех кавказских народов. Поэтому на наш праздник пришли и гости из разных уголков соседнего Азербайджана. Среди них и прекрасная певица, солистка бакинского вокального ансамбля Сувар Джамиля Залова. Сейчас она исполнит для вас песню «Камун Яр». Встречаем бурными аплодисментами. Кайтани зария, я и еды.
от кайдани зария, чая камуя, чая камуя, чая кани яржа. Ваши аплодисменты. Продолжаем, друзья. Теперь для награждения лауреатов премии эпоса «Шарвили» приглашаем на сцену председателя оргкомитета праздника имама Музабудиновича Яралиева. Уважаемые друзья, ежегодно на нашем празднике происходит церемония награждения людей, заслуживших особый почет и уважение перед народом и отечеством. Этот год тоже не исключение. Сегодня награждаются литературоведы и фольклористы за исследование и собирание эпоса «Шарвили». Это Фируза Исмаиловна Вагабова, Айбике Мамедовна Ганиева и Даштемир Шефералиевич Шефералиев. Наши прославленные спортсмены Хабиб Алахвердиев, Алим Селимов, а также талантливый и целеустремленный студент Заур Алисултанов. Вагабова Фируза Исмаиловна награждается за большой вклад в сохранение, изучение и пропаганду героического эпоса «Шарвили». Фируза Вагабова является кандидатом филологических наук. Начиная с 60-х годов прошлого века, она серьезно занималась научным исследованием эпоса «Шарвили». В 1970 году вышла ее книга «Формирование лезгинской национальной литературы», где автор глубоко проанализировала эпос «Шарвили» в сравнительной характеристике с эпосами других народов мира. Эта книга до сих пор не утратила свою значимость и научную ценность. В дальнейшем она продолжила исследование об эпосе «Шарвили» и в настоящее время также работает над этой темой. Поэтому автор монументальных исследований Фируза Исмаиловна Вагабова награждается дипломом лауреата праздника «Шарвили» и денежной премией. Позвольте ее поблагодарить за ее большой труд. Ее, к сожалению, нет, поэтому мы даем поручение нашему Заируевичу, да, передать почетную грамоту и денежную премию ей. Пожалуйста. Спасибо большое. Вы уже извините, это такая процедура немножко приходится. Ганиева Айбике Мамедовна награждается за личный вклад в сохранение, изучение и пропаганду героического эпоса «Шарвили». Айбике Ганиева – кандидат филологических наук. Она тоже, начиная с 60-х годов прошлого века, занималась собиранием разных вариантов эпоса «Шарвили» и глубоким научным исследованием ее. В 1970 году она издала книгу «Песни лезгинского народа», в которую вошли лирические песни и плачи о «Шарвили». В 1980 году она составила сборник «Лезгинские народные сказки», в который включила также сказки и предания о «Шарвили». В дальнейшем издана монография «В поисках легендарного героя», а также очерки устного поэтического творчества лезгин.
где очень подробно изложила суд эпоса Шарвели и его связи с другими образцами лезгинского фольклора. Кроме этих книг, Айбике Мамедовна является автором еще многих научных публикаций об эпосе Шарвели. В связи с этим Айбике Мамедовна Ганиева награждается дипломом лауреата праздника лезгинского народного героического эпоса Шарвели и денежной премией. Надо отметить, дорогие друзья, и мы это не можем сегодня не подчеркнуть, что эти ученые, и Фируза Вагабова, и Айбике Ганиева, которые занимались собиранием и исследованием эпоса Шарвели, подвергались преследованиям. Люди, далекие от науки, но занимающие высокие кресла в научных учреждениях в то время в республике, всячески ставили перед ними барьеры. Но никто не смог сломить их дух, никто не смог помешать им. Сохраняя научную объективность, принципиальность, не страшась угроз увольнений с работы, не боясь морального террора, эти замечательные женщины доказали, что являются истинными потомками Шарвели. За это мы благодарим им. Честь им и хвала. Спасибо. Это действительно великие люди, великие дочери лезгинского народа. Мы их очень любим. Они долгие годы сотрудничали с лезгинской газетой, когда была коммунист, когда была и сейчас тоже лезгинская газета. Так что мы с удовольствием передадим эти подарки им. Им желаем крепкого здоровья на долгие годы. Спасибо, спасибо. Дорогие друзья, Шефералиев Даштемир Шефералиевич награждается за новаторский подход к подаче образа Шарвели в книге «Эпос Шарвели. Новые предания и факты». Автор последней книги об эпосе Шарвели является талантливый публицист, наш друг Даштемир Шефералиев. В 2008 году Махачкале он опубликовал книгу «Эпос Шарвели. Новые предания и факты». Книга является новым и серьезным шагом вперед в исследовании лезгинского эпоса. Он также является корреспондентом «Лезги газет» по Ахтинскому району. Каждый год очень прекрасно освещает наш замечательный праздник в этой газете. Он автор многих актуальных репортажей, острых публикаций по прессе, поэтому он награждается дипломом и премией нашего праздника, нашего лезгинского народного героического эпоса Шарвели. Поздравляю вам, Баркаловам Чухсол. Большое спасибо Республиканскому оргкомитету, всем, кто заметил и высоко оценил мой скромный труд в развитии шарвелистики. Сахвы Чумвири, Ешалмиш Рай Шарвели. Сара, дорогие друзья, выпускник физического факультета Дагестанского государственного университета Алисултанов Заур Замирович поступил в аспирантуру Института общей физики имени Прохорова Российской академии наук. И уже будучи аспирантом первого года обучения, добился больших успехов в развиваемой им области физики. То, чем он занимается, является очень актуальным во всем мире, в частности в России. Он показывает высокий уровень знаний. Сегодня он очень молодой и очень перспективный наш ученый. Я хочу вам сказать, что на имя президента Дагестана поступило письмо от директора Института общей физики имени Прохорова Российской академии наук, где отмечается его выдающийся талант и способности, и просит его заметить, отметить и поддержать, что мы сегодня выполняем. Спасибо вам большое, Заур. Удачи и успехов вам в вашем деле, научном, практическом, живом. Спасибо вам.
Дорогие друзья, вы знаете, что Селимов Алим Максимович в 2005 году в составе сборной Беларуси завоевал свой первый титул чемпиона мира по греко-римской борьбе в финальной схватке, победив олимпийского чемпиона Алексея Мишина. В 2011 году в Стамбуле он повторил успех, став первым дагестанцем, двукратным чемпионом мира по греко-римской борьбе. Такого успеха, как он, никто из дагестанцев не добивался. Поэтому мы его поздравляем и хотим ему вручить диплом и денежную премию. И выразить ему благодарность от имени всего нашего народа. Но поскольку его сегодня нету, мы вручаем диплом. И по уважительной причине он отсутствует, на сборах далеко. И диплом, и премию вручаем его брату. Таржа? Муслиму. Ну, про Хабиба Лахведова у меня много написано, я читать не буду. Вы совершенно совсем недавно были свидетелями его великолепного боя, замечательной победы, торжества силы духа, когда он в четвертом раунде нокаутировал, как его фамилия, Мабузу Кайзера, очень известного спортсмена мирового имени. Мы сегодня приветствуем и чествуем нашего Хабиба. Лезги холдинг эхал, Паливан, Кахриман и Гитхоя. Ура ему! Чухсахол! Я убежден, что ему предстоят еще несколько очень по другим версиям мирового профессионального бокса бои в ближайшее время. И мы убеждены, что сегодняшнее награждение, его присутствие на празднике, дух Шарвели поможет ему нокаутировать любых противников. Я вам хочу один секрет передать. Перед боем я с ним разговаривал. И я говорю, от имени Лезгинского и всех народов Дагестана мы приказываем ему этого мабузу нокаутировать. Что он и выполнил? Баркала ему. Хюрмет и наше уважение. Сарача. Салам алейкум, Юрилизги Хал. Мне очень приятно сейчас находиться и видеть, как весь народ радовался и следил за этим событием. Особенная благодарность имаму Замудиновичу за то, что он тоже участвует со мной вместе в моих этих спортивных достижениях. Спасибо всем, кто болеет. Занимайтесь спортом. Молодежь, отдавайте спорт. Пусть укрепляет свое тело, свое здоровье, свой дух. Всего самого хорошего вам. Спасибо большое. Ура! Хабибу! Баркала! Кагал! Кахриман! Игит! Палиманчихо! Дорогие друзья, еще у меня два приятных поручения. Лискендерев Элдар Кухмазов занял первое место в чемпионате Европы по армрестлингу. Ему тоже выручается премия. К сожалению, по неполадке мы ему не смогли подготовить диплом, но он будет вручен, несомненно. Поэтому наше уважение и благодарность Элдару Алискендерову. Я ему сейчас вручу конверт, это самое главное, а диплом за ним успеется. Дорогие друзья, долгая наша была вот такая ошибка, что один из самых больших исследователей эпоса Шарвели, человек, который очень долгие годы посвятил этому и написал первую поэму о Шарвели еще в прошлом веке, это Исмихан Кадимов из селения Габцах. Кстати, Габцах, Ахцах, Арцах – это однопорядковые номера, так что ваш он родственник получается даже. Поэтому я хочу его поблагодарить за более чем 30-летний труд на благо
нашего народа, нашего Дагестана, и изучение, и популяризацию эпоса Шарвели, и вручить ему денежную премию, и объявить благодарность от имени оргкомитета. Исмихан Кадимов здесь, интересно? Нету. Значит, мы ему поручим вручить этот диплом и премию его земляку, депутату Народного собрания Республики Дагестан Назиму Мирзахановичу Апаеву, если он не возражает, конечно. Он согласен. Так что передается. Спасибо всем нашим выдающимся дипломантам, всем нашим друзьям. Новых успехов, новых удач, новых побед нашим дагестанцам. Спасибо, друзья. Дорогие друзья, со всех уголков нашей республики прекрасной продолжают поступать поздравления с этим замечательным праздником. И сейчас от Агульского района для вас выступит Роза Ахмедова с композицией «Дадан Ватан». Слова Назлу Ахмедовой. Встречаем бурными аплодисментами. Добрый вечер, с праздником, дорогие друзья. Ура, я ухожу.
облака. Ваши аплодисменты, Роза Ахмедова! Спасибо большое! Дорогие друзья, нескончаемый поток гостей, нескончаемые поздравления. В продолжении поздравления от агульского народа хочу пригласить на эту сцену звезду дагестанской эстрады Маю Алимутаеву с композицией «Мама». Добрый вечер, с праздником вас всех!
Сейчас на эту сцену выйдет Лидия Стальская со своими стихами, посвященными героическому эпосу «Шарвели». Встречайте! Кызгыридас кани суарн баракку. Сарачи Шарвели. Шарвели дин суварик. Фенавайзун Шарвели дин суварик. Заз ана зихохтин сад волокуна. Вири садхи Шарвели дин луварик. А как наке аур шад волокуна. Тих гурарай. Хич галах не туна, а ках назун шар вильдин потолкуан. Келет хивяй заз эх цехаракуна, генан гурлуз, а та назаз боцун вон. Заз мухувай шах не шал бузакуна, гатун якуз нуракуна живедин. Лезги хохти хе майдан арктуна, а калдарна даглар албан зюрнедин. Зихулан вас, мадники виз тадик вас, катис, катис, физбай, дахдай арандис, шар вилидин суварикай хабар вас, лезги чилел, алай, харса инсандис, куат кухакюн инсанар, шакавири шар вилидин суварик, мадни гурлухуй, эхтяха, майданар. Чкаяка, шар вилидин, суварик. Юлдашар, за саша ирма отказу, иши ирза бахш свачи виридаз, алла баха чи имам стхадиз. Гена вунчак хаиди. Аслан дин рик кене авай. Харса карда кенке авай. Чи күреда Бине авай, гена вунчак хаиди. Нах кажна лезгей ринкил, нах кажна чи хаид чил, хар садас чир хуй викадир, гена вунчак хаиди. Вуха алисан лезгихана, вида марра и вихана, волди чимес яргихана, гена вунчак Хаиди, ах тин дахдис, хкажна куан, шар вилидал, хканачан, аслан дин рик, авай инсан, гена вунчак, хаиди. Ча за козба, вихунарар, на избай, циик рар, лезги чилял, циик арар, гена вунчак, хаиди. Ча з виридас, бахаявун. Шалбуз дахис зурбаевун, чимурадья вун шадакун, гена вунчак хаиди. Сараку. Спасибо большое. А сейчас я хочу пригласить на эту сцену еще одну солистку лезгинского вокального ансамбля «Сувар» Розу Гаджимурадову, которая приехала из Баку участвовать в нашем концерте. Встречайте бурными аплодисментами!
ята, амара ята. Ин вазикани дин, ван хуи мани дин. За гулин ригала, ягода ягова. Большое спасибо, друзья! Мы продолжаем отдыхать и веселиться, слушать замечательные песни. Сейчас на эту сцену приглашаю Фатиму Багаудинову с композицией «Синеглазый». С большой любовью и поздравлением от лакского народа! Добрый день от лакского народа. Я хочу вас поздравить с праздником Шервали. Всем хорошего, приятного отдыха от всей души. Оба.
пригласить на эту сцену еще одну представительницу дагестанского народа, даргинского народа, Зайнаб Гуниева. Будь моим! Встречайте! Sırge koku diyor, zavli tutu kan kan. Ha atte duvahandan, vacim Allah bahandan. Hava hava har türle, u havalim har türle. Duraşan avaladu, bihni karvan der urle. Çizdi kayca her vika, bila suda rahul ve. Bika ilici haybika, bika ilici kvaybika. Bika ilici kvaybika. Hile! Ледак анецу мадили, курчи вурцу бадили, цаале лайраканне, дахиле козайганне, адир хумкадар дарман, духанне ду ицанне, адир хумкадар дарман, чизди кайце хербика, била цуда рахулбе, бика ице гайбика, бика ице хайбика. Я почему-то удивляюсь, почему так тихо. А ну как следует, давайте поаплодируем. Вот так, молодцы, настоящие ахтынцы. Итак, друзья, хотим пригласить на эту сцену певицу из соседнего государства, дружного, а именно из города Баку. Приглашаем на сцену Майру Ширинову с композицией «Беневша». Встречаем! Салам алейкум, Дагестан, Дагестан, яр. Субтитры сделал DimaTorzok.
Еще одну зажигательную композицию под названием «Кавказ» для вас исполнит солистка бакинского вокального ансамбля «Сувар» Джамиля Залова. Встречаем! Ахшмур элава, тетариха елава, раги амчи варзеа. Сабахта вачи лава, адахшмур элава, тетариха елава, раги амчи варзеа. Куцавали вакал дай на маравай, кувилери тиган вай баларавай. Торвани Кавказям, бахтеган майчалдиам, рикен кенет хазям, часкани Кавказям. Ашкрикен кенета, дюня дисчкан ваван, чидине Кавказям. Амчиму гячи ваван, и ашкрикен кенета, дюня дисчкан ваван, чидине Кавказям. Куцавари вакал дай даларавай, кувилери тиган вай баларавай. Торвани Кавказям, бахтеган майчалдиам, рикен кенет хазям, частани Кавказям. Сад амтакан, чине сирис бакан, эмени яз казям. Ина вирирю хакан, чаги даш сад амтакан, чине сирис бакан, эмени яз казям. Куцавари вакал дай даларавай, кувилери тиган вай баларавай. Эльвине хузала. Чив агута яргаравай, Эльвине хызалахтай ханкаравай, Устарги чив агута яргаравай, Торвани Кавказям, Бахтеган майчалдиам, Рикен хене хазям, Часкани Кавказям, Торвани Кавказям, Бахтеган майчалдиам, Рикен
но добрая память о нем остается навечно в сердцах людей. Легенды, предания, сказки, песни, баллады о храбром герое, защитнике Отечества Шарвеле, передавались от века к веку, от поколения к поколению. И мы уверены, что они будут вечно живы, пока народ жив, создавший эту драгоценную словесную жемчужину. А сейчас мне хотелось бы пригласить на эту сцену заслуженного деятеля искусств Республики Дагестан Кахримана Ибрагимова с премьерой песни о герое лезгинского эпоса «Шарвели». Встречайте! Чипа на домах.
Хотя в конце эпоса главный герой Шарли... Мубаракуй, не Шарли Хравелла! Хотя в конце эпоса главный герой Шарвили погибает на битве с вражескими войсками, но все-таки произведение завершается на патриотичной ноте. Герой завещает народу: «Я скоро умру, но вы не забывайте меня. Когда вам нужна будет моя помощь, приходите к горе Келе и крикните мое имя трижды: Шарвили! Шарвили! Шарвили!» Благодаря эпосу Шарвили родилось новое понимание подвига, мужества. Героизм любого человека, любого гражданина должен служить не личным и корыстным интересам, а благу всего общества. Пройдут года, века, уйдут поколения, их заменят другие. Несмотря на это, эпос о лезгинском богатыре Шарвили останется навсегда как гимн преданности Отечеству, как символ мужества и гордости. Дорогие друзья, сегодняшнее наше праздничное торжество подошло к концу. Хочется отметить, что сегодняшний концерт был организован культурным управлением города Дербента, а лично Аруховым Арсеном Сабировичем. Мы благодарим вам за участие в нем, желаем вам силы и храбрости, Шарвили, а также добра, счастья и успеха в жизни. Ежегодный праздничный гала-концерт, посвященный героическому эпосу Шарвили, вели Борис Версилов и Инесса Лагутина. Всего вам доброго и до новых встреч!